хочу показать, какая в Белгороде прекрасная елочка, уже который год. Искусственную елку ставят и никаких заморочек. Вот гостиница Белгород. Здесь игровые зоны, качели. А что потом? А вот елочка. По-моему, очень просто и красиво. Здесь домики, где готовят разную еду, в основном шашлыки. Вот, самое главное, мусорный бак предусмотрен конструкцией. Без присмотра украдут. Украдут. Вот и шашлыки. Там вдали дети катаются на ледянках. Горка специально сделана. У елочки сделаны разные места для фотографий. Вот такие красивые светодиодные штуки. Там Дед Мороз и Снегурочка, там можно сфотографироваться рядом с ними. Правда, везде очередь. А это вот с этой стороны ларечки небольшие. Так, самое главное, сладкая вата есть. Все остальное ерунда. Вот они, Дед Мороз с Снегуркой. Снегурочка, правда, это страшно. Но она подсвечена, ее хорошо хоть лицо не очень видно. Да не, нормально, просто так как. Не, Дед Мороз нормально, какие-то у него глаза. А вот там, большие. Да, вот здесь у нас крылья ангела. Тоже для фотографий. Вот красиво девочка фотографируется. А с этой стороны у нас драматический театр Белгорода. Напротив него правительственное здание, которое я показывал в начале. Фотобудка. 100 рублей. Да, вокруг сделаны разные красивые снеговики светящиеся. И вот сейчас мы подойдем к основному месту на этой площади. Это каток для катания, да? Вот там катаются у нас. А вот игровые всякие штуки. Вот здесь такую подсветку красивую сделали. И для зрителей места есть. Есть куда встать, за детьми следить. Маша поехала. Вот, вот, вот они. Так, тебе надо Таню еще увидеть. Не видать. Так что приезжайте в Белгород. У нас все просто, красиво. Со вкусом, есть чем заняться. Вот даже шарики полопать можно дротиками и из рогатки выстрелить. А ну-ка напоследок. Опа, есть, ребенок выбил. Видите, какое счастье. Все, всем пока и с Новым годом всех.